إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإسن يفسخ والله الله Мы восхваляем Его, и у Него просим помощи и прощения. Прибегаем к Аллаху, Субханаху ва Та'аля, от зла наших душ и от наших плохих деяний. Кого Аллах, Субханаху ва Та'аля, наставил на истинный путь, того никто не собьет. А кого Он сбил, того никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет никакого достойного маабуда, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва аля алихи ва саллям, его раб и его посланник. Мы говорили, баракаллаху фикум, что я свидетельствую, что нет никакого достойного маабуда. Маабуд – это тот или то, кому или чему другие делают ибадат, то есть поклонение. Маабуд бывает либо истинным, либо неистинным. Истинным маабудом является только Аллах Та'аля, а любой маабуд помимо Аллаха является ложным, то есть неистинным. Поэтому, баракаллаху фикум, смысл «Ла иляха илляллах» вот так означает. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Я, айюха лазина аману, таку Аллаха хакка тукатихи, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». То есть, «Оте, которые уверовали, проявляйте таква перед Аллахом должным образом, и не умирайте иначе, как будучи мусульманами». Поэтому те люди, которые переводят этого аята, говорят, что «Оте, которые уверовали, таку Аллаха, бойтесь Аллаха». Таква – это не боязнь. Это ошибка, когда говорят, что бойтесь Аллаха должным образом. Это не так, баракаллаху фикум. Слово «таква» в словаре переводится как «делать что-либо преградой». Здесь, если открыто, его преграда делаешь. Это называется «таква», баракаллаху фикум. В качестве «шита». Понимаете? А в шариате что означает таква? Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах говорит, что те, которые уверовали, «Иттакуллаха» – проявляйте таква перед Аллахом. Это не значит, что бойтесь Аллаха. Бойтесь – это вообще другой перевод, или, скажем, другое слово в арабском языке. Таква в шариате означает повиновение велению Аллаха и воздержание от его запрета. Это есть таква. Значит, баракаллаху фикум, то, что Аллах велел, кто выполняет, а то, что Он запретил, кто удерживается от этого, этот человек выполнял что? Таква, баракаллаху фикум. Понимаете? Значит, говорит, о те, которые уверовали, проявляйте таква перед Аллахом должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Я надеюсь, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, когда кто-либо из вас спросит, или кто-то спросит вас, что вы знаете, что такое таква, уже вы знаете. Значит, это что означает? Это повиновение велению Аллаха и воздержание от его запрета, так как об этом тоже говорил, растолковал шейх Ибн Утаймин, рахимахуллаху та'аля. Далее Аллах та'аля говорит, это хутба пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, еще мы не начали свою тему. Потому что это очень важно, баракаллаху фикум. Говорит Аллах Та'аля: «Я айюха насу таку раббакуму лади халакакум мин нафсин вахида, ва халака минха зауджаха, ва баса минхума риджалан кафиран ва нисаа, ва таку Аллаха лади тасаалуна бихи вал архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». Опять в этом же аяте, это сура Ан-Ниса, в начале суры Ан-Ниса, мы с вами встретимся слово «таква». Опять здесь Аллах Субхану ва Тааля, значит, скажет, делайте таква. Говори следующее. О люди, то есть, о люди, проявляйте таква перед вашим Господом. Здесь общий идет. Когда говорит «о люди», это касается всем категориям людей.
особенно верующим, потом лицемерным, потом неверным, скажем. О люди, проявляйте таква перед вашим Господом, который сотворил вас из одного человека. Значит, это кто был? Адам, баракаллаху фикум. Сотворил из него пару ему Хавва, да? И расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих, то есть от них обоих распространяется путем «Аттава» называется, много мужчин и женщин. Проявляйте таква перед Аллахом. Уже не понимаем, что означает. Но никогда не переводим, как «бойтесь Аллаха». Да? فَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Проявляйте таква перед Аллахом, именем которого вы просите друг друга. Просите друг друга, говорите же, ради Аллаха это делай, брат. Ради Аллаха брось это. Почему вы ради Аллаха говорите, а? Ради милиции не говорите. Ради, например, прокурора не говорите, ради стена, ради какой-то другого не говорите, ради Аллаха. Значит, вы уверены, что когда говорите ради Аллаха, он боится Аллаха. Он какой-то страх имеет перед Аллахом. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте, смысл его слова, говорит, проявляйте таква перед Аллахом, именем которого вы просите друг друга, и проявляйте таква по отношению к родственникам. Проявляйте таква по отношению к родственникам. Проявление таква по отношению к родственникам, баракаллаху фикум, это что значит? То есть, то же самое надо повиноваться велению Аллаха и удерживать от запрета. Повиновение Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля про родственников что говорит? Надо связь держать. Хоть даже они являются неверными, надо с ними иметь связь, баракаллаху фикум, с целью их призывать к исламу, к таухиду, удерживать от ширка, от бид'ата и тому подобного. Понимаете? Удерживаться от порицаемых, это что значит? Не прерывать с ними там отношения. Но. Далее, баракаллаху фикум, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману, таккуллаха ва кулу кавлян садида, юслих лакум а'малакум ва яфир лакум дзунубакум, ва ман йутиъ Аллаха ва расулаху факад фаза фаузан азима». Вот эти три аята постоянно пророк саллаллаху алейхи ва саллям во всех своих проповедях говорит, баракаллаху фикум. Здесь тоже упомянуто, значит, слово «таква». То есть, вот те, которые уверовали, проявляйте таква перед Аллахом и говорите правое слово, истинные слова. Тогда Он исправит для вас ваши дела. Видите? Тогда Он исправит вам ваши дела. Это значит, пока мы не говорим истину, пока мы не будем на истине, баракаллаху фикум, Аллах Субханаху ва Тааля не исправит наши дела. Всегда у нас проблема, и жилье проблема, и денежный, и риск, и воспитание детей, жен. Все это будут проблемы. Почему? Потому что, значит, правильное слово не говорим, истину не говорим. А для того, чтобы истину говорить, баракаллаху фикум, надо сперва знакомиться, что такое истина, что такое хак. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великий успех. Великий успех, это значит, баракаллаху фикум, джанна. Далее, амма ба'ду, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, фа-инна астакал хадиси каламу Аллах, ва хайра л-хади хадью Мухаммадин саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, ва шарру умуру мухдасатуха, ва кулла мухдасатин бид'а, ва кулла бид'атин далала. То есть, поистине самое правдивое слово, это слово Аллаха, и самый наилучший путь, это путь пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, и самые худшие дела, это нововведение, и каждое нововведение есть новшество, и каждое новшество есть заблуждение. В некоторых версиях говорится, что каждое заблуждение в огне, но это недостоверно, баракаллаху фикум. Хотя шейх Албани его считал хорошим, но другие мухадисы говорят, что это недостоверный нам. Далее, баракаллаху фикум, сегодняшняя основная наша тема «Ас-салата ас-салах», то есть намаз. Намаз, баракаллаху фикум,
Название нашего тема взято на основу хадиса, который передается со слов Умму Салама. Умму Салама – это мать правоверных, мать мусульман, жена пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, если из, во многих сидящих мусульман, когда спросит Умму Салама, знаете, говорят, что знаем, это жена пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Но как зовут его, многие не знают. Ее зовут Хинд, дочь Аби Умайя, Умму-Муминин. Хинд называется. Значит, название нашего тема, сегодняшнего тема, взято на основу вот этого хадиса, который пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, был при смерти. Последнее то, что он говорит, «Ас-салата, ас-салата, ва ма малакат айманукум». То есть, сохраняйте, оберегайте намаз, значит, намаза, и защищайте то, что находится под вашими руками. Под вашими руками либо является имущество, не тратить его на бидат, на каких-то ненужных местах. А может быть это означает, что те люди, которые вашим подчиненные, жена, дети и тому подобное. Да. Поэтому, баракаллаху фикум, всем известно, что намаз это после шахада очень большое место имеет в исламе, баракаллаху фикум. Последнее то, что из ислама люди, то есть нам, из дела ислама люди оставляют, это намаз. Когда намазы оставляют, у них больше ничего не остается, баракаллаху фикум. После шахада это очень важное место имеет в исламе, баракаллаху фикум. Да? Некоторые даже сподвижники говорят, что мы не помним, что за оставление какой-либо, значит, скажем, видов ибадата, явно было сказано, что человек во время оставления выходит из ислама или попадает в неверие, кроме как в намазе. Потому что в намазе четко сказано, что тот, кто преднамеренно или сознательно оставляет намаз, этот человек попадает в неверие. Понимаете? Хотя среди ученых потом в толковании этого много разговоров есть, баракаллаху фикум. Да. Значит, сперва будем говорить о необходимости намаз. Когда у вас спрашивают, есть доказательства из Корана или, скажем, из Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, о том, что намаз является обязательным? Скажем, да, есть. Аллах субханаху ва тааля по этому поводу в суре Ниса, 103 аяте, все номера я вам скажу, потому что и наша религия состоит из доказательства. Понимаете, шейх сказал, значит, отец сказал, мулла сказал, такого наша религия из этого не состоит. Наша религия состоит из доказательства. А доказательство это является Коран и Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва саллям. Аллах Та'аля говорит, «Инна салата канат аля л-му'минина китабам мавкута». Вот это есть доказательство о необходимости или о том, что намаз является обязательным для каждого мусульманина. То есть, воистину, намаз предписан, то есть, является фардом верующим в определенное время. Не как попало, в определенное время. Потому что, баракаллаху фикум, слово «китабан» это является отглагольное имя. То есть, «исмуль-мастар», кто знаком с морфологией. Иногда «исмуль-мастар» означает смысл причастия страдательного залога дает. То есть, «исмуль-мафуля» смысл дает. То есть, «китабан» и «мактубан», то есть, предписан. Поэтому в переводе мы с вами, когда увидим, так как Крачковский или, скажем, Эмиль Кулиев, когда они переводят, говорят, «китабан» предписан. То есть, как будто «мактубан» говорят. А и кто, если разбирает арабский язык, не полностью, но немного разбирает, потому что почему во время перевода применяют эти русские или русскоязычные предписан причастие страдательного залога, потому что это китаб в смысле мактуб дает, мактуба. В этом, то есть, то, что в кутиба или мактуб в Коране, это означает, что предписан, в смысле фарда дает. Ведь по этому поводу в Коране очень много есть другие аяты, где Аллах Субханаху ва Тааля, например, говорит, «Я айюха ладзина аману», о те, которые уверовали, да, «Кутиба алейкум ас-сиям». Здесь тоже написано «Кутиба», то есть предписан. Написано, означает, что является фардом над вами. Что? Ас-сияму, поститься. «Кама кутиба аля ладзина мин кабликум». Так как пост был предписан тем людям, которые были до вас. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Цель пост для чего? Чтобы вы проявляли таква. На.
Это есть доказательство о том, что необходимо, баракаллаху фикум, намаз. Ва мина суннати хадису Абдулла ибн Умар. А если возьмем доказательство из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть хадис, который передается словом Абдулла ибн Умар. Это какой Умар? Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб, Аль-Адави, говорят. Понимаете? Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб, Аль-Адави, радияллаху анхума. قال сказал سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسلش как посланник Аллаха صلى الله عليه وعلى اله وسلم говорит следующее بني الاسلام على خمس это кто читал 40 хадис имама ан-Навави тоже там упомянуто баракаллаху фикум на третьем хадисе если не ошибаюсь говорит بني الاسلام على خمس ислам построен над пяти столпами то есть ислам имеет пять столпов баракаллаху фикум شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Первый столб это свидетельство о том, что нет никакого достойного истинного معبودа кроме Аллаха и что Мухаммад صلى الله عليه وآله وسلم его раб и его посланник. Баракаллаху фикум. Про вот эти шахады столько мы не говорили бы. Это все равно мало, баракаллаху фикум. Понимаете? Потому что шахада это ключ ислама, баракаллаху фикум. Кто вот эту шахаду должным образом его права выполняет, этот человек в рай попадает. Понимаете? Поэтому не надо сказать, что про шахаду я знаю. Так как один человек сказал, что все, я тавхид закончил в Азхаре, все, я поеду теперь в Россию, в Москве, только буду призывать к тавхиду. Нет, баракаллаху фикум. Тавхид, кто говорит, что я его закончил, этот человек, значит, он ошибается. Тавхид никогда не заканчивается. Тавхид это не определенный какой-то урок, имел бы какую-то страницу, все, в этой странице я закончил, все, я тавхид закончил. Все наши жизни это есть тавхид, баракаллаху фикум. Понимаете? Ва икаму ас-салати и выстаивать молитву. Выстаивать молитву, это не так просто намаз читать. Выстаивать молитву, значит, намаза читать со всеми его столпами. Сколько столпов имеет намаз? 14, баракаллаху фикум. Кто ханифийского убеждения, у него 12, да? А общие до остальных мазав, что говорят? 14, значит, столпов из баракаллаху фикум. На. Со всеми его условиями. Сколько условий есть для намаз баракаллаху фикум? Пока это условия не выполняешь, ты не имеешь права намаз читать баракаллаху фикум. Пока эти условия, какие-то условия, определенные условия не выполняешь, брат мой, ты не можешь поступить в институт или университет. Понимаете? Таким же образом намаз имеет тис'ату шурут. 9 условий с баракаллаху фикум для намаза. 14 столбов баракаллаху фикум. На. 8 ваджибов есть. На. وإيتاء الزكاة выплачивать закат وحج البيت то есть паломничество в дом Аллаха зиара да وصوم رمضان и пост в месяц Рамадан некоторых местах назад первое то есть сперва Рамадан упомянуто а в конце потом хадж упомянуто у кого есть возможность баракаллаху фикум этот хадис кто рассказал допустим кому-то вы сказали его перевод а он спрашивает это хадис где упомянуто скажи что рассказал это имам аль-Бухари и имам Муслим. А как зовут имама Бухари? Мы привыкли сказать, что Бухари сказал. А как его зовут? Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн Аль-Мугира Аль-Бухари, значит, рахимахуллаху та'аля, в 194 году по мусульманскому календарю он родился, в 956 году по мусульманскому календарю умер в возрасте 62, баракаллаху фикум. На. Также этого хадиса рассказал имам Муслим ибн аль-Хаджаж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Найсабури, рахимахуллаху та'аля, в 204 году по мусульманскому календару он родился, в 261 году по мусульманскому календару он в возрасте 57 умер, баракаллаху фикум. Очень много блага принесли в исламе. Понимаете, очень много хорошего принесли в исламе, баракаллаху фикум. На. Вот такие ученые мы с вами имели. Вот такие предки мы с вами имели, баракаллаху фикум. Всегда о них говорят хорошего, понимаете? Несмотря на то, что они не были, баракаллаху фикум, арабами. Они, имам Бухари не был арабом, он фарс был, его происходило, но видите, столько и для арабов, и для аджамов, для всех мир ислама очень много блага принес. Радиаллаху анхума. Далее, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تخفر الله في ذمته. очень прекрасный хадис, بارك الله فيكم. Этот хадис, который я вам читал сейчас, это тоже рассказал имам Аль-Бухари, Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Аль-Мугира Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. Передается слов Анас ибн Малик, это Анас ибн Малик ибн Назр. Да, Анас ибн Малик ибн Назр, Аль-Ансари, когда мы говорим, что Ансари, значит он из жителей Мекки или Медины. Медина, баракаллаху фикум, да? Потому что если он был бы из жителей Мекки, его назвали бы мухаджирами, да? Анас ибн Малик, это 10 лет пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, служил. Он говорит, что я 10 лет служил пророка, саллаллаху алейхи ва салям, это хидмат делал. Понимаете? Служил пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. В течение 10 лет ни один раз пророк, саллаллаху алейхи ва салям, мне не сказал, почему ты этого сделал, или почему этого не сделал. Видите, он... Любой сейчас шофер, который для какой-то начальника водит, обязательно от начальника какой-то это, то, масло не смотрел, это сделал, много там опоздал, да, и есть для него кучи-кучи там доводы сюда, потому что пробки били, потому что время не было, семья в больнице, вот так. Этот человек тоже служил в свое время пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саляма, 10 лет, ни один раз пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, ему не сказал, почему этого сделал или не сделал. Или простил его, нет, баракаллаху фикум. Он посмотрел, что нравится пророку, что не нравится, по этой расписании он действовал. Понимаете, баракаллаху фикум. Это очень прекрасный там пример. Говорю, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, сказал следующий хадис. Ман салля салатана. Тот, кто читает наш намаз. Салатана. Наш намаз, то есть намаз пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Где в другом хадисе говорю, что, саллю кама раайтумуни усали. Это приказ пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Делайте намаз, так как я вам говорил. Понимаете? Делайте намаз, так как я вам говорил. Значит, описание молитвы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изучать это очень важно. Хотя, баракаллаху фикум, некоторые джахили в Средней Азии, в других местах, говорят, что описание, потом книгу шейха Албани взяли, сказали, что эта книга запрещенная книга. А почему запрещенная книга? Потому что это не соответствует нашему мазхабу. Как это? Там в начале шейх Албани, о всех мазхабах, там их доводы написал. Человек, когда, так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читает намаз, он из мазхаба ханифийского не выходит, или из шафиитского течения мазхаба не выходит, саллю кама раитумуни усалли. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, он сказал, что «Иза сахал хадису фахуа мазхаби», любой достоверный хадис, это является мой мазхаб. От того, что ты по хадису амал делаешь, это не значит, что ты из мазхаба вышел, вообще другое течение попал. Это просто джахль, понимаете? Это невежество. Понимаете, баракаллаху фикум. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, «Ман салла салатана», тот, кто читает наш намаз. Надо стремиться читать такой намаз, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читает. وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا И он будет направляться во время намаза нашу киблю. Наша кибля какой что? Иерусалим, да? Какой что? Мекку, баракаллаху фикум. На. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا И тот, кто ест нашего там забихатуна. Забиха – это жертвенное животное. То есть, который мусульмане резал. Тот, кто нашу мясо там кушает, говорит. Да. فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ Это есть мусульмане. Это есть мусульмане, а те люди, которые не читают, можно, то есть, скажем, не читают намаз, или в направлении не делают, или, скажем, не кушают мясо, это намаз не делал, я его не кушаю, кафир, я его не кушаю. Хотя по этому поводу есть ихтиляф, баракаллаху фикум, мы не можем назвать, что тот, кто не кушает мясо, он кафир. Здесь речь идет о подначальном мусульмане. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ ذَلِكَ مُبْتَدَى الْمُسْلِمُ является хабар. Но здесь, баракаллаху фикум, здесь артиклем идет. Когда хабар идет с артиклем, это считается как бадар и усиление. Это значит, это есть настоящий мусульманин, الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهُ. У этого человека есть договор Аллаха. У этого человека есть договор от Аллаха, субханаху ва та'аля. И договор пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям.
То есть, что означает по слову договор? В этом договоре написано, что Аллах Субханаху ва Тааля обещал такому человеку, который читает намаз, и во время совершения намаза в сторону кибля направляется, и значит, жертвенное животное нашего кушает, у этого человека я сам защищаю, я буду смотреть, наблюдать этому человеку. Поэтому раз, значит, вы находитесь под присмотром Аллаха, под защитой Аллаха, говорит, в конце что говорит Пророк сам? فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. Поэтому вы тоже не нарушайте, значит, договор Аллаха. Не расторгните. Не делайте такой поступок, который, это договор, который между вами и между Аллахом был заключен, чтобы это расторгалось. Когда это будет расторгнуто? Когда вы намаз оставляете. Когда вы начинаете по своему там, мнению, там, этого мяса, я буду кушать, это кафир, то понимаете, борьба будет. Хадис мне сказал, что рассказал имам Аль-Бухари. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد. Далее, баракаллаху фикум, как было сказано, что тема нашего урока, значит, проповеди, это ас-салата, ас-салах. То есть, не оставляйте намаз, не оставляйте намаз, будьте внимательны по отношению к намазу, будьте внимательны по отношению к намазу. На, очень прекрасные аяты и хадисы мы с вами читали, баракаллаху фикум, это очень важно, понимаете. Вы, когда домой возвращаетесь, вы должны хотя что-то рассказать тем людям, которые дома находятся, особенно жена и детей, баракаллаху фикум. На. Мы с вами, значит, о необходимости намаз читали из сура женщин 153 аяте, где Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна салата канат аля аль-муминина китабан мавкута». Далее мы читали с вами хадис, который передали со слов Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, где Пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, сказал: «Буня ислам аля хамси шахадати ан ла илаха илляллах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, ва икаму салати, ва итау закати, ва хаджу лбайти, ва сауму Рамадан». Раваф Бухари. Ва ан Анас ибн Малик. Второй хадис мы с вами читали, я просто на арабском читаю, чтобы вы вспомнили, запомнили. Ан Анас ибн Малик, это Анас ибн Малик ибн Навдр الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاري. هذا حديث وزير رسكزان إمام البخاري بسكزان شو إمام البخاري كيف وزود محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى مسلم ابن مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الخشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى. فسيدنا حديث سيأتي إن شاء الله من زكاته بارك الله فيكم. وعن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشر كلمات وذكر منها: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. Значит, баракаллаху фикум, передаю со слов Муаз. Это какой Муаз? Который до намаз мы говорили о нем, помните, да? Муаз ибн Джабаль называет. Муаз ибн Джабаль, это тот, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям его отправил в Йемен, чтобы призывать людей к исламу, не так простых людей, призывать людей Писания, да? И первый, к чему он призывал людям, «Ла илаха илляллах», а потом совершение намаз и так далее. Муад ибн Джабаль говорит, что «Аусани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям», посланник Аллаха дал мне васия, завещание, наставление дал мне. 10 предложениями. То есть 10 предложений. О Муад, этого делай, этого не делай. О Муад, этого делай, этого не делай. Один из этих завещаний, один из этих, скажем, пунктов было написано, что вот это предложение, которое нашему тему касается. «Валя татрукэнна салата мактубатан мутааммидан». То есть, просто сам обращался на Муаду, сказал: «О Муад,
Никогда не оставляй обязательный намаз. Мутааммидан, сознательно, преднамеренно, нарочно не оставляй. Понимаете? Здесь слово мутааммидан упомянуто. Понимаете, баракаллаху фикум? Валя татрукэнна салатан мактубатан мутааммидан. О, Муаз, никогда не оставляй обязательную молитву нарочно. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا إبا أستولي обязательную молитву متعمدا сознательно зная что нельзя оставлять но оставляй все равно да متعمدا فقد برئت منه ذمة الله будет расторгнута тот договор который между этим мусульманом и между Аллахом был который в хадисе до этого мы с вами читали значит когда этот договор будет расторгнут то есть Аллах Субхану ва Тааля свой договор, а что делает? Прекращает. Все, я не буду защищать тебя. Я не буду защищать тебя. Я не буду сохранять тебя. Я не буду контролировать тебя, говорит. Делай то, что хочешь. Почему? По причине того, что этот человек оставлял, нарушал сам договор Аллаха путем оставления намаз. Здесь, баракаллаху фикум, не такая простая глагол упомянута. Здесь глагол запрет. Ля татрукэнна. Исма это называется глагол. Усиление. Глагол усиления два бывает. Мухаффаф и мусаккал. Мухаффаф, когда в конце бывает сукун. Мусаккал, когда в конце бывает шадда. Ля татрукан не оставляй. А когда ля татрукан, да, усиленный это означает трижды там. Не оставляй, не оставляй, не оставляй никогда. Обязательную молитву нарочно, сознательно. Фа инна ман тарака салатан мактубатан мутааммидан. Ибо тот, кто оставляет сознательно, нарочно, обязательную молитву, да, то есть там уважительные шариатские причины нету. Я проспал, нету. Да, скажем, я заболел, я забыл, нету. Я сознание потерял, нету такого. Вот это есть баракаллаху фикум. Или там угнетение, там давление у него было, а? Притеснение, такого нету. Остальных баракаллаху фикум, тот, кто намаз оставляет, это значит человек сознательно оставлял. Там пробка была, я не мог там делать. Никак пробка была, а внутри машина. Поэтому, баракаллаху фикум, вот сейчас особенно такое время, баракаллаху фикум, вы очень коротко, даже если видите, что на улице вам плохо будет, невозможно, там трудно будет читать, минимум надо уже, значит, хотя во внутри машины надо читать намаз, чтобы намаз не упустить. Потому что в пробке я остался, не было там везде грязь был, это не является шариатской причиной, баракаллаху фикум, человек он может расторгнуть договор, который между ним был и между Аллахом, субханаху ва тааля. Этот хадис рассказал, баракаллаху фикум, имам Ахмад. А достоверность этого хадиса имам шейх Албани сказал, что этот хадис является значит, достоверный хадис в книге Ирва аль-Галил. Имам Ахмад Абу Абдулла его кунья, Ахмад ибн Хамбал, один из значит, который мазхаб имеет. Ахмад ибн Хамбал ибн Хилал ибн Асад аш-Шайбани, который родился в 164 году по мусульманскому календарю, 241 году по мусульманскому 164 году по мусульманскому календарю он родился, в 241 году по мусульманскому календарю, в возрасте 77 он умер. Один из мазхабов, который более, значит, достоверно к хадису, более говорящий на основе книги Аллаха и Сунна Пророка Сасам, и который на пути Аллаха очень все имамы мучились, баракаллаху фикум. Всех их со стороны правителя там, значит, несправедливых людей в притеснении были. Особенно имам Ахмад ибн Хамбал, очень хорошее испытание, мощное испытание проводил. В его время были сказаны, что Коран, кто не сказал, что Коран это творение Аллаха, его обязательно мучили. Один из этих, которые под мучением был, это имам Ахмад ибн Хамбал. Рахимахуллаху та. На этом баракаллаху фикум завершаем свою тему. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он нам дал понятие об исламе. Все, что мы совершаем, совершали на основе книги Аллаха и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам. Ва ахиру дауана, алхамду лиллахи, раббил аламин, ва акиму ссалата ва баракаллаху фикум. الله اكبر 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 الله اكبر
равняйте свои ради Барсулатиком, постарайтесь, чтобы, чтобы там плод наш между рядами, чтобы было не так далеко друг от друга, плечо с плечами, да, и постарайтесь, чтобы они пришли, чтобы не было брюки. Кого есть возможность? Аллаху Акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده طيبا مباركا فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله